У меня свой бизнес воздушных шаров и оформления праздников. Точнее, у меня и моего партнера Кати. Я и Катя, как и многие в этой сфере, дома сами надували шары. И как-то мы поехали на учебу, там познакомились лично и за 3 дня решили объединить силы. Так произошло 1,5 года назад. За эти 1,5 года у нас появился свой офис, сотрудники. К вопросу о том, что было совершенно необычного в нашей личной истории, оно связано, кстати, с Битриксом, поэтому расскажу. Мы вели всех клиентов в таблицах, и этой весной мы занимались тюльпанами, продавали тюльпаны для наших заказчиков, кто покупает у нас воздушные шары. И в какой-то момент вели именно еще таблицу не в Word, а вели таблицу в айфоновских таблицах. И особенность айфоновских таблиц в том, что их нельзя восстановить. Они удаляются раз и навсегда. И вот эта таблица, где было больше там, 40 заказов с предоплатами, с контактами, с источниками, она просто удалена была. Время было 2 часа ночи, с 7 на 8 марта. И мы просто сидели 5 минут вот в таком состоянии, что же делать. Потом я додумалась нажать комбинацию клавиш «отмена удаления», то есть «отмена шаг назад». Это единственное, что нас спасло. Это был ужас, шок. Мы за эти 5 минут успели заплакать, успели обматериться. И в тот момент приняли решение, что мы больше никогда нахрен ни в каких таблицах ничего вести не будем. И мы уже несколько месяцев пользуемся Битриксом. Это тоже один из этапов роста нашего бизнеса.